من الآداب والأخلاق الإسلامية. Из тех вещей, которые относятся к исламскому этикету. الشريعة جاءت بالنهي عن كثرة السؤال. То, что шариат пришел к нам с запретом задавать много лишних вопросов. بعض السلف كان إذا لقي أخا له. Некоторые салифы, если встречали своего брата, لَا يَزِيدْ عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلْ عَنْ حَالِ كَيْفَ الْحَالِ فَقَطْ. Максимум, что спрашивали, как дела, и не более. يعني لا يمكن أن يسأله يقول له أنت كم رصيدك في البنك. Не спрашивали никогда, какой счет у тебя, сколько денег на счету. من أين لك هذا المال. Откуда ты взял эти деньги. ما هي أوصاف مثلا أهلك زوجتك. Ну-ка расскажи, какая у тебя жена. يعني هذه الأسئلة لم تكن على زمن السلف الصالح. Во времена праведных предшественников никто подобные вопросы не задавал. من حسن إسلام المرء. Из хорошего ислама человека. ترك ما لا يعني. Оставлять то, что его не касается. هناك أشياء لا تعنيك. Есть вещи, которые вообще тебя не касаются. تشتغل بما يعنيك. Поэтому занимайся только тем, что тебя касается. أما الأشياء التي لا تعنيك. Те же вещи, которые тебя не касаются. يا أخي لا تسأل عنها. Вообще не спрашивай о них. اسأل عما ينفعك. Спрашивай о том, что приносит тебе пользу. الآن بعض الناس يلقى الشيخ مثلا. Например, в наше время какие-то люди встречают какого-то шейха. يقول له كيف أتيت. Говорит шейх, начинает спрашивать, как ты приехал, أتيت? На чем ты приехал, с кем ты приехал, ما الفائدة من هذا? Какая разница? الفائدة تسأل مثلا تقول علمني سورة الفاتحة. Какая польза в этом? Надо польза будет, если ты скажешь, научи меня фатихе. شروط الصلاة. Научи меня условия молитвы. لو اشتغلنا بما ينفعنا. Если мы займемся тем, в чем нам есть польза. وتركنا ما لا ينفعنا. И оставим то, в чем нам нет пользы. والله قد نكون نصبح علماء والله. والله мы все тогда станем учеными один Аллах. فهذه المسألة مهمة كثرة السؤال. Этот вопрос очень важен. Большое количество лишних и ненужных вопросов Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям запретил нам подобное. يمشي في الطريق بعض الناس. Некоторые люди идут по дороге. ويقول لماذا يضع الجسر هذا هنا. Говорит, зачем вот сюда этот мост поставили? لماذا هذا الطريق يعني يمشي هكذا. Почему эта дорога сюда направляется? هل أنت مهندس؟ Ты что, инженер что ли? متخصص في الطرق. Являешься инженером, специалистом в дорогах? ليس لك علاقة بهذا. Ты вообще отношения к этому не имеешь. اشتغل بما يعنيك. Поэтому занимайся только тем, в чем тебе есть польза.